Память о подвиге, героизме и отваге земляков в Ичалковском районе хранят бережно. Во все памятные даты и праздники жители и гости района возлагают цветы к памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А давать дань уважения героям в день рождения района уже традиция и для уроженца муниципалитета, председателя Госсобрания Республики Владимира Чебиркина. Свой визит на малую родину он начал с возложения цветов к мемориалу в поселке Смольный. Затем спикер республиканского парламента принял участие в круглом столе с верой, надеждой и любовью к детям и земле, посвященном 75-летию со дня рождения общественного деятеля Александра Бурканова. Он любил свою землю, свой край. Наверное, всю биографию его прекрасно знаете, что он родом из Ковылкино, но всю трудовую деятельность он посвятил вот нашему родному Ичалковскому району. На встрече присутствовали родные и близкие, друзья и соратники Александра Бурканова. Об этом человеке, выдающемся политике, внимательном семьянине, было сказано много добрых слов. 94-ю годовщину со дня основания Ичалковского района жители муниципалитета отметили с размахом. Сельские поселения представили большую культурно-развлекательную программу. Гостей события порадовали блюдами национальной кухни. Всех встречали с улыбками и отличным настроением. Начинаем посиделки, открываем посиделки для друзей и для гостей. Не менее запоминающейся стала площадка, на которой свои изделия демонстрировали ичалковские мастера и умелицы. Прямо на празднике представили традиционные ремесла, ткачество и прядение. Когда полевые работы все заканчивались, собирались в русской избе, и молодежь, и детки играли, и песни пели, и пряжу прили, и перебирали. И носочки тепленькие, и душе тепло, и радостно. Гордится район и своими предприятиями. Продукцию, произведенную на Ичалковской земле, собрали в отдельную выставку. Владимир Чебиркин высоко оценил уровень организации праздника. Во время торжественного концерта он от имени главы Мордовии Артема Сдунова поздравил всех собравшихся с годовщиной основания района. Отметил, ичалковцы внесли и продолжают носить сегодня огромный вклад в развитие республики и страны. Особая благодарность защитникам Отечества, участникам спецоперации, их родным и близким. Я хочу слова благодарности сказать тем нашим землякам, которые сегодня находятся на передовой, их родителям, их женам. Особую благодарность, которые воспитали таких наших сыновей, которые с честью защищают нашу страну и служат примером для всей нашей республики Мордовии. Мне хочется сегодня пожелать вам не останавливаться на тех больших достижениях, которые имеет Ичалковский район. Людям труда, работникам социальной сферы, семейным парам были вручены награды от главы Мордовии и Государственного собрания республики. Праздник продолжился большим концертом. Жителей и гостей Ичалковского района поздравили артисты. Юлия Мамаева, Народные новости, Ичалковский район.